Да, подписывайтесь на канал, не забывайте об этом, это очень просто и легко. Вам же будет проще находить трансляции. По ночам у нас транслируются интересные фильмы, самые разные. Бывают хорошие, бывают не очень. Чаще хорошие. КАС против Мината, БО7. Еще одно ТВЗ на БО7. После этого матча мы точно вам скажем, как, по какой системе мы будем проводить игры в турнирной таблице. Ставку, кстати, сделать я успею. Так. Здесь коэффициент, конечно, низкий. Даже практически смысла ставить нету. Но я, наверное, все-таки на стороне скилла КАСа. Так, 75, 49, 30, 25. Поехали. Как говорится, рискнем. Так, а тут у нас еще загавочка стоит такая, я не понял. А, все нормально. Так, здесь турнирная таблица, здесь сетка. Сетка у нас продвинулась. Сейчас я быстро проверю. Так, сетка не продвинулась. 4. 3. Правильно? Браток попадает в нижнюю сетку. Ой, блин, это не тот турнир, что ли? Фак, мне не тот турнир отредактировал. Фейл. Призовой фонд. Сейчас, одно мгновение. А, здесь Димагу уже продвинули. Все, все четко. Браток попадает в нижнюю сетку лузеров, он будет там еще играть. Скорее всего, здесь будет БО5, БО5. Процентов 90. Посмотрим, как КАС подготовился к сегодняшнему дню. У него сегодня мы даже мини-интервью не брали, брали только у Мината братка. Как-то они были не особо уверены. В своих действиях. Или в настрое. Димага еще, по-моему, даже не разыгрался перед началом турнира. Он просил одну игру сыграть для разминки. Так, все, не отвлекаюсь больше. Попытка у КАСа проехать двумя жигелионами вместе с Рипером. Причем Рипер может оттолкнуть клин, а гелики в это время могут проехать. Или стоит подождать еще гелионов? Да. Можно и подождать, но и клин будет больше. Но тем не менее, даже если гелионы проедут, они, как минимум, они окупятся. И все-таки убить... Ну, здесь, знаете, такое двоякое чувство. Что лучше, разменять на начальной стадии против зерга гелионов с рабочими? Допустим, в ноль даже. Или все-таки подключить этих гелионов, все это время делая их под реактором, вместе к пушу со стимпаком. Какому-нибудь неожиданному, например, там, с 10 хеллбатами. Такое тоже возможно. Очень странно, что заказывается медивак с викингом одновременно. Тут есть два овера от Мината. Как я и говорил, Мината должен сегодня показывать и демонстрировать нам немного другой стиль игры, нежели Димага. Мината больше любит гидролесков с собаками-бейнами. Кроссовер на первый урод отдается на викинге, и у зерга не будет возможности абсолютно никакой залететь и посмотреть, какой же там опенинг. Быть может, вообще сейчас Мината понятия не имеет, мех там или не мех. У него информации абсолютно нет. Вообще нету. Ни одного овера на карте. Вот этого, кстати, овера не нашел. КАС проехал все-таки геликами мимо экономики. Дронов он очень грамотно уводит в сторонку. И, к сожалению, гелионы по какой-то причине остановились на мгновение. Линги их просто банально окружили. Как это вообще произошло, я не понимаю. Гелионы не убили ни одного рабочего. Я бы сказал, что это, мягко говоря, печально для Терана. Столько вложений, такое количество денег, которое можно было потратить на, например, не знаю, там, четвертый командный центр, на более ранние бараки. И сейчас с пяти бараков заказываться, как демон, и убивать зерга следующим выходом. Да, записи на ютубе всегда делаются. Лустрик по ставкам закончился. Пока я стримлю СНГ игроков, к сожалению, лустрики случаются. Вот в корейцах я очень сейчас уверен. 17 ставок подряд я выиграл за эту неделю. Ну, за неделю-две. Буду ставить почаще.
На следующей неделе начинается два супертурнира. Это четыре турнира будут отборочные на ВЦС в Америку. DreamHack. Интересное место для инфестарни. И что самое крутое, на следующей неделе начинается корейский турнир Африка. GSL Super Tournament. Посмотрим, как сейчас браток реализует эти медиваки. Получится ли у него их реализовать? А вот и нашелся тот самый овер. Минато до сих пор не в курсе. Но крип тянет великолепно тоже, как и Дмитрий. Абсолютно как и Дмитрий. Контроль хороший. Не получилось поставить четвертую хату. И отменить, по-моему, Минато ее тоже не успел. Винги четко стоят на патруле. Две спорки. Три спорки. Очень сложная ситуация, на самом деле. Здесь спорки можно и тут ставить, и сверху ставить. Если Тиран захочет, он высадится здесь, здесь. Или вообще через низ вот так вот по периметру пролетит. Это при условии, что Минато говорил, что вкладываться вот так вот в оборону... Да, сильно, правильно. Хотя у него только на одной базе три спорки, на других-то больше нет. Но мне кажется, лучше бы он плетки там заказал. Потому что дроп все равно высадится, и спорки, как правило, убьют только медивак. Маринцы могут все равно простимпачиться и убить экономику. Я бы пару плеток вот так поставил, и вообще бы не напрягался. Тем более Квина есть еще как саппорт. Саппорт. Вторую факту добавляет Кас. Очень неожиданно, кстати, делая лабу. Он не видел шпиль. Он не видел гидру. И здесь вообще гидры, кстати, в этой игре нету. Но вторая факта нужна в любом случае будет. Потому что чистые пехоты, он не справится со всем этим делом. Убивать такое большое количество лингов довольно тяжко. Сейчас пытается потихоньку расшатывать врага, но делает это довольно медленно. С одной стороны один дроп, потом пауза, потом второй дроп. Чем он сейчас занимается, не могу понять. Вижу, что строит саплай. Четвертый командный центр. Мы с ним откомментили вчерашний весь день игровой. Записи вы найдете и с братком, и с Минато, и с Касом. Я сказал браток? А, не обращайте внимания, это нормально. Просто я вчера весь день братка стримил и не переключил пока что свой мозг на Касса. Не знаю, что со мной. Да-да, переключаюсь, ребят. Браток, Касс, понимаете, это одинаковые тираны абсолютно. Они ничем не отличаются. У них вся разница только в нике. Играют они очень похоже и по уровню. Немножко, конечно, по-разному по стилю и по концепции, но... Суть одну преследуют. Могу считать чат задержкой, ребят. Поверьте мне, очень быстрые ультравы. Почему вот Минато удается в таких быстрых ультравах так комфортно выйти, а вот у Димаги с этим большие проблемы. Ладно, посмотрим, что Кас сделает. Уже 5 танков. Вот в чем большой плюс второго завода. Ты гораздо быстрее можешь сделать хотя бы минимальное количество танков. Дым какой-то поднялся. Помимо этого, у него есть еще и мины. Мины нужны обязательно. Нужен хороший сплит. Нужен скан. Завершено. Как зерк неожиданно нападает. Завершено. Можно напасть через камни попробовать. Можно в лоб. Через камни проще. Ты можешь заранее поставить танки вот в таких позициях. Передвигаться наверх потихоньку. Рампа широкая. Плюс, кстати, здесь нет крипа. То есть отступать сюда под танки очень выгодно Терану. Посмотрим, как Кас проведет свою атаку. Весьма интересный передроп, камни он пока не разбивает. Зерк пошел в контратаку, тут даже стенки и саплаев нету, Кас! Сейчас будет очень круто Минато нападать. Хитиновый панцирь, кстати, у него уже готов. Ультралиски есть на руках. 6 ультралисков, он нападает с другой стороны. Травами бейлингами Касу сплитить. Ну, можно только вниз, это единственная возможность. Но до танков добирается очень быстро зерк и убивает их. Остается чистая пехота. Размен нифига неприятный, потому что с 5 ультравами делать нечего. И дело даже не в лимите, в который сейчас у Касса как бы больше. 10 лимита рабов, 10 лимита пехоты. Это фигня. Ему нечем убить ультравов.
От морпехов здесь пользы вообще никакой, они должны срочно эвакуироваться. На танки и либераторов, и уж тем более гастов налегать сейчас надо, и Кас это прекрасно понимает. Четвертая база у него практически готова. Крип уже дошел до... до золота противника. Я хочу увидеть хотя бы в одной игре за все последние три дня эффективное использование гастов. Вот они прям в клочья все разорвали, чтобы я сказал, да, этот Терн умеет использовать гастов. Говорят, Барто говорит, что не дает Миша поставить четвертую базу. Это-то правильно, он с самого начала это сделал. Это важный момент, но еще более важный момент. То, что... сколько там уже ультралисков, давайте посмотрим, 5. Фейлингов нет совсем. Мне надо бы сейчас подозаказываться поэффективнее, это у него что-то проблема с боевым лимитом. Он ультралов пока не применяет, то есть помимо этих ультралеев, которых он вышел, у него нету ни инфестера даже, ни одного, вообще ни одного. Он раньше времени, на минуту, заказывает карапторов. Сейчас его могут просто пробрить. Просто когда ты смотришь на свой лимит, которого у тебя 146, ты понимаешь, что в любую секунду на тебя сейчас могут напасть. Терк это вполне осознает, ему сейчас ломиться вообще никуда не надо. Но за счет инфесторов можно время повыигрывать. Ведь реально, два инфестора в закопке могут сделать игру. Никто из тернов не берет с собой рейвенов, не кидает постоянно в себя просветки. А вот это очень интересное решение, которое Кас принимает. Он разделяет лимит. Порядка 30 лимит отправляет на другой конец карты, на мейн, судя по всему. Куда-то сюда. А может быть даже и золото отменит, если увидит. Нет, не отменит, здесь корапторы, Минато. Минато ничего, естественно, не видел. Прокси-баз никаких нету. Кстати, Тергу было бы не мешало бы проверить прокси-локации. Вот, передроп на мейн. Но Зерк очень близко находился к своей основной базе. Корапторы долетели вообще за секунду-две. Минус 30 лимита вообще. Ничего дроп не убил. Осознанный ли это был дроп? Рин говорил, что надо строить либераторов. Ага, против корапторов? Отличный совет. Где твой хермарин? Я думаю, там же. И раньше. Неплохая позиция. Весьма неплохая. И крип даже у Зерга не везде. Но корапторы в легкую убьют либераторов. Линги по танке со спины забежали, при этом Минато нападает снизу. Очень грамотно ультрава зашли под пехоту. Но вот пофокусить бы еще корапторами хоть кого-нибудь. Но Минато этого не делает, он в окликах отправил. Гасты. Гасты толком тоже не применились. И при этом еще и бруды есть. Все, теперь контратака от Минато пойдет сразу же. Либераторы юнит отличный. Но каким духом они могут помочь против корапторов? Брудов? И уж тем более против масс собак, ведь либераторы в сидж моде на автоатаке стреляют во все подряд, и ты этим делом, как правило, не контролируешь даже. Никоим духом. Ой, перевод рабов! Перевод рабов! Самый лучший. Морпехов здесь очень мало. Гастов еще меньше. Либераторы только что сложились, пошел стимпак. Только корапторы погибнут. Это все. Ой, пардон, либераторы, простите, пожалуйста, спешу. Сейчас пытается хит-энд-ранить с гастами и пехотой. Инвиз гастам есть, но, к сожалению, он не включается. Здесь, правда, версиры где-то были. А, вот два версира, минус два версира. Терк немножко подслился, но посмотрите на дозаказы Минато. Как он их грамотно юзает, у него очень много энергии в квинах скопилось. У каждой квины там по 100, по 150 энергии. Надо не забывать даже в такой стадии про инъекции, это очень важная штука. Особенно при игре в лингов. Ты же можешь гораздо быстрее восстанавливаться и быстрее прибегать на поле боя. Без инъекций очень тяжко. Нет вижена. Касты на автоатаке бьют сейчас брудов. Топлай. Кас, молодец. Гасты там настреливают просто по 10 килсов. Зерга вообще ничего не смущает. Он уже корапторами прямо над зданиями летает. Правда, космопорт находится вот здесь. Он всего один. Лишился Кас очень большого количества инкама. Здесь пристройки, к сожалению, баракам он не успел добавить. Но с минералами у него явная проблема. Он
понес потери в минус как раз на том моменте, видите, когда две базы полностью иссякли. Ну, буквально минуту-две назад. И третья нычка тоже закончилась. Он сейчас сидит реально на одной базе. Вот если бы не мулы... Ну, разница по лимиту довольно очевидная. Кстати, Паш, я могу тебя заинвайтить в игру, если хочешь. Если вдруг ты сейчас не будешь играть, разыгрываться, то я бы тебе еще и позвонил бы, возможно. Добивать надо, конечно же, Минатова, это гритерно. Стоять на месте не стоит. Но все-таки странно, почему он инфесторов совсем не добавляет. Ну, как бы связка Бейны, Ультравы, инфесторы очень-очень крутая и мощная. Отстрел одного слоника. Энергии уже нету. Там, ГГ. У Минатов все это время работала еще и золотая локация. Посмотрите на его инкам. Он же сумасшедший. 1200 газа, 2800 минералов. Все 70 дронов, которые распределены по базам и грамотно добывают, учитывая голду, дают вот такую жесткую экономику. Наверное, ключевой ошибкой Касса была в том, что он очень далеко пехоты от танков отошел. И очень широко разделил свою армию. То есть у него на хайграунде одна армия стояла, другая на лоу-граунде. Он вообще не видел, что его окружают. Когда ты отходишь от танками, от танков пехотой... Против еще и слонов, когда у тебя нету ни гастов, ничего-то такого. Там мародеров-то толком не было в армии Тирана. Он физически не мог с ультравами подраться хотя бы в ноль. Ну, при том положении, в котором он находился, когда он в атаку пошел. Так, 1-0 в пользу Касса. Инновейшн всех покусал. Инновейшн здесь причем. Так, Нью-Кирк. Сдаем. Так, инвайт. Так, go-go, да, все ready. Нейтрал, посмотри турнирную сетку. Почему номината не поставил, прикинь, сколько поднял бы? Так я ставлю на весь итоговый матч, а не на определенную карту. Я вообще на СНГ игроков в принципе не ставлю. Потому что это трудно прогнозируемо, в какой форме игрок, как он сыграет. Если бы наши участвовали абсолютно во всех турнирах, я бы представлял хотя бы, ну, общую концепцию, ситуацию, как это... Как игрок играет в каком-то матчапе, как он играет в другом матчапе. Так как на, кроме Golf OSK 2, на других турнирах наших почти невозможно увидеть, ну, кроме Блая. Собственно, и ставки поэтому я не делаю.
Я очень часто оговариваюсь. Надо постараться говорить помедленнее и больше думать о том, что говоришь. Да. Ну, конечно, во многом решали не те самые гелионы, которые не сожгли ни одного дрона за всю игру. 6 геликов разменять только на лингов, и то на очень мало их количество не убить ни одного дрона, это фейл для Терна. То есть это полный провал опенинга, полный провал инициативы, и, собственно, ты никакого преимущества не получаешь. Деньги, грубо говоря, выкинул, а ничего не сделал ими. Уж лучше тогда в этом же стиле, знаете... О, Айкэт, спасибо. Привет, Зев. Рад видеть. И я тоже, привет. Лучше уж тогда на те же самые деньги было просто влепить 5 бараков и клепать с них мариков. От этого было бы еще больше пользы, как он играл против Хеллрейзера, чем делать гелионов, которые ничего убить не могут. Опять Нью-Кирк. Кас Минато. Тут прям сразу на вторую базу Минато, как в ЗВЗ. Вообще он должен был сюда вот подлететь, посмотреть и отлететь в сторонку, если что, вниз. Скорость. Я хочу увидеть Гидру. Мне интересно, как стиль с Гидрой будет работать против Каса, потому что именно когда мы комментили игры Минато, Кас очень много интересного об этом рассказывал. Он говорил, что против Гидры эффективны именно танки, а не либераторы, хотя каждый игрок делает опять же по-своему. Кто-то с Твича пишет, что либераторов надо строить против корапторов с брудами. Ага, привет, Твич. Кто-то еще там что-то пишет, что надо строить. Тут надо контролить в первую очередь хорошо. Но имхо, конечно, корапторы немножко сильны. Немножко. Три быстрых ЦЦ. Хорошее решение. Вот бы какие-нибудь два стар-портала увидеть, как это Цифера. Минато видит овером третий командный центр, вот для него это очень полезная инфа. Если ты знаешь, что тебя не будут автоматом поджимать ни двумя заводами, ни двумя старпортами, и Терн играет 3 ЦЦ, сиди, делай дронов, законтри вот этих 4 гелионов и делай что хочешь. Твои руки просто полностью развязаны. Хочешь, добавляй прямо сейчас газов, ставь роучварен и гоу-гоу-гоу. Но такого не делают. Звание стрима поменять можно? Можно. Товарищи модераторы, что же вы... Так поменяли название стрима. Что же вы такие молодцы-то? Ну вот смотрите, тайминг 4.30. И сейчас Кас уже может занимать третью базу. Наравне с Зергом, практически. Какие-то ультра-сейфовые линги. Замечательный овер. Отличная позиция оверворда. То есть объехать его, ну, вслепую нереально. Может, он там есть, может, его там нет. Плюс надо прям вот так вот, прям по периметру проезжать. Или прям совсем через верх. Надо ждет. Грейт на атаку, на броню. Все ровно, все синхронно. Мы тоже с Касом очень много обсуждали именно тайминги апгрейдов, в которые зерки, как правило, выходят с двух эволюшенов. И почему вообще так, а не как-то иначе? Елики все-таки поехали. Они объехали оверворда. Ну, дай бог, чтобы они хоть кого-нибудь убили. И зерк такой сразу побежал камни разбивать. Хотя даже гелионов не видел. Но вспомнил поздновато. Правда, большая часть лингов стоит на мейне. Ну, от Банши, опять же, толку здесь никакого. Мало того, что она без инвиза, так еще и... Одна. Что она может сделать одна? Мне кажется, она лишняя. Да, постоянная разведка, возможность хоть какого-то
легкого хараса. Ну вот она сделала два выстрела. Убила одного дрона. Все, больше этот юнит бесполезен. Вместо него можно было заказать того же либератора, который мог бы вот сейчас, например, здесь хопа и разложиться. И заставить рабочих хотя бы сорвать в сторону. Элики немножко посражались с лингами. Пиромарин топ. Почему я не вижу его ни на одном турнире, раз он топ? Что за фанбойство игроков, ребят? Если уж фапаете на кого-то, фапайте на того, кто выигрывает. А не на того, кто просто стримит на Твиче с зрителями. Зажимай! Димага... Ой, я сказал Димага, простите. Минато еще раз и очень быстро, и очень агрессивно, играя в этот стиль через быстрых лингов с одного и с одного и потом второго газа, позволяет себе занять очень раннюю четвертую. И вообще этот его стиль через вот эти вот макро-масс-хаты, именно масс-хаты, и через макро-хату, очень клевый. То есть если тиран сделает ставку всего лишь на какую-то одну сильную атаку в мидгейме, ну где-то примерно сейчас, очень легко это законтрить на крипе вот этими лингами, квинами, бейнами, при этом не вкладываясь даже практически в бейнов. Ну там 10-20 это вообще максимум, что нужно. Заходить на такую открытую местность с танками будет тяжело. И пока этих танков не будет достаточного количества, естественно, газ никуда и не пойдет. Даже если Банша сейчас будет пытаться чистить крип, она не успеет за одну просветку убить даже вот эти опухоли. И крип никуда не уйдет. Посмотрите, сколько лингов у Минато. 70. Это же вообще стиль без Бейлинг Неста. А, он играл так. Да, он играл, я помню, в одном матче такое было. Каз заходит. Он не знает, что сейчас линги бегут на другой конец, другой конец карты. Вовремя отменяет Минато хату. Довольно неплохо. Кан великолепный. Все опухоли до единого Каз убил. Минато. Хватит ли ему сил дома отбиться с чистыми лингами? Танки не в сидже на муве. Надо обнимать лингами, естественно, по возможности все танки. И для Терна это, конечно, клевая позиция, что у него марики стоят сзади танков. А вот эти линги немножко не успели. Минато сделал забегание в экономику, но, по-моему, принял неправильное решение. У него линги сейчас вокруг прошли. Ой-ой-ой, боже, что же он сделал-то? У него линги просто начали оббегать все и получать дамаг. И до морпехов дело так и не дошло. Ну, блин, вот как это можно спрогнозировать? У Зерга 100 собак, грейды 1-1, в заказе пещера ультралов, хайв, грейды Т3, адреналин. Терн выходит с тремя танками, Зерг ничего сделать не может. И зачем-то ломится за пределы крипа, и... Ну, он подловил танки в движении, это был главный плюс. Но он один раз мискликнул, и при этом дрался не всем лимитом. Когда ты делаешь забегание без бейлингов, ну, дотекания Терна хватает. И Каз, кстати, об этом тоже вчера говорил. Смысл делать такие мелкие забегания, даже без бейнов, если там всегда армия дома стоит. Еще и бункер в придачу в экономике. Минато, по идее, должен был увидеть, что там бункер, и отступить. Все, линги ничего сделать не могут. Они даже подойти не могут. Даже подойти. Грейды абсолютно одинаковые, у Зерга даже преимущество по апгрейдам. Но к такому количеству мариков, слив вот здесь всех слингов, он уже ничего не сделает. Без бейлингов это нереально. Бейлинги могут заставить Терна сделать главную вещь. Тупить, ошибаться и плохо сплитить. И в конце концов у бейлингов сплэш. Привет, справка в Старкрафте. Камни он здесь так и не разбил с самого начала, но ошибка была от Минато катастрофическая. У него даже сейчас 100 лимита на 178, он делает забегание. На что ты надеешься? Фокус газилки? Отлично. ГГ. Нет, Минато. Но здесь надо играть немножко посерьезней. Это 1-1. Он очень жестко мискликнул. Терна даже на муве подловили. Он все равно победил. Абсолютно без бейлингов. Ну, даже просто вот поставить здание за 50 газа, просто для подстраховки. Ну, вдруг понадобится. Вдруг игра пойдет не так, как нужно. Стиль через маслингов, конечно, это замечательно в более быстрых ультралов, но не доживаешь до ультралов, выходишь сразу. Единственный выход с тремя танками и 25 мариков, Зерг не смог убить, имея 4 хаты и 100 собак.
100 собак, Никон, 3 танка и 20 мариков. Ну, мне тяжело это вслух произносить. Хотя начал хорошо. И крип замечательный, и макро отличный, и разведка здоровская. Баншу законтрил без, с потери одного дрона. Ни одного дрона за игру зерк не терял. Ну, кроме того, от Банши. Но один неправильный бой, и вся игра рушится. Гоу-гоу. Гоу-гоу. Трое собак, побеждай. Малик Зерлинга. Ладно, поставлю вот этот. Он похож на Зерлинга. ГЛКФ. Белшир. Ну, на этой карте в лингов в чистых, наверное, не очень эффективно играть. Все-таки... Но здесь придется играть в бейнов. Обязательно придется. Я очень хочу хотя бы раз за весь турнир увидеть закопку бейном. Даже если они не сработают. Лучше, конечно, чтобы сработали. Хороший бьют без бейнов, но играть я в него, конечно же, не буду. Знакомая фраза. Музыка как в Гладиаторе каком-то. Слушайте, 1000 лет не смотрел Гладиатор, может быть, сегодня посмотрим. Нет, я не... Вот не надо, пожалуйста, мои слова коверкать. Товарищ чатик. Что значит, я сказал, что все отбивается? Я говорил фразу «все отбивается»? Нет такого понятия, как какой-то билд отбивает все. Этого вообще не существует. У тебя может быть 160 лимита на 120, преимущество по технологиям, по грейдам, но ты все равно проиграешь. Тут вообще многое не от тебя зависит. Второй морпех. Опа, а вот это весьма интересно. Вот это Каз сделал очень грамотно. Ну неужели реально прочитал оппонента настолько круто? У него не закрыт проход, но двумя морпехами он уже с лингами может поразговаривать. Я немножечко не обратил внимания, что Минат играет без газа очень ранними лингами. Но не думаю, что это безгазовый зерк. Морпехи, естественно, контролятся у Каза довольно грамотно. Немного задержалась по таймингу нычка, но вот ее, к сожалению, сейчас надо было бы с КСМами принимать. Очень поздно Касс их вывел. Как он угадал, что не надо строить реактор? И как вот... Как так произошло, что он решил играть без рипера в более раннюю факту? Но командный центр все равно жив. Кстати, я буквально недавно видел игру Касса, где он точно такому же билду, из-за того, что сыграл в неправильный опенинг, он потерял рипера на лингах. Потерял ЦЦ на лингах. Сразу вышел. Три хата от зерга. Две газилки на натурале. Сейчас он начнет ее их добывать. Ну, первого Гелиона можно не бояться, он не такой страшный. А вот вопрос в том, что Каз дальше делает. Халявит, все-таки халявит. Хоть и вкладывается в быстрые мины. Не проехать, не пройти. Белфагор, спасибо. Максимус, Максимус. Орн Дивайн.
Диви не смотрит премиум графон. Угу, спасибо. Ну и полетел дроп 3 гелионов. Минка используется при этом, естественно, тоже в бедеваке, потому что нет смысла ее не использовать. А делать опенинг через быструю факту и мину, и оставлять минку дома на дефенс. Ну, она, во-первых, не спасет, если забегание будет от зерга. Даже если оно будет. Кстати, тем временем, обратите внимание! Минато играет в очень клевый стиль, который мне нравится, через роучи очень быстрых, без лингов, без бейнов. Третий командный центр Минато видел сейчас свою разведку, он пропускает гелионов. Медивак в это время... Кас не закапывает минку. Вовремя, правда, Минато реагирует. Блестяще, Минато находит время на такие штуки, но вместо этого дрона лучше бы он на мейне чуть-чуть получше подсплитил и потерял бы, ну, допустим, там 3-4, а не 6 рабов. Вчера тоже такое было. Он применил тот же самый трюк, когда стал споркой, когда минка в него выстрелила, чтобы сохранить дрона. Ну, зачем отдавать? Но в это время на другой базе, когда был дроп на 4-ю нычку, он потерял 12 рабов. Порой микрить плохо. Как говорил Касс, я буду постоянно его цитировать, наверное, сегодня. Как говорил Касс, надо просто делать то, что ты должен делать, а не микрить. Очень неожиданный, кстати, свич резкий в стиле рачей с двумя эволюшнами, со скоростью. Это может быть весьма эффективно, практически против всего, что будет делать тиран. Но пара танков, и игра все равно затянется. Пробить довольно сложно их. Но вопрос в том, понимает ли Каста, что это будут именно рачи? Он же не знает, есть ли линги с мувом или нет. Когда он дропал гелионов, там были только квины. Но он потерял 6. Начинается штамповка роучей. Если делать сейчас рачей с этого момента нон-стоп, то к 8 минуте можно сделать легко 200 лимита. 4 полных заказа. На все личинки. Роучи на викинге палятся. Я не знаю, куда вообще Минато бежит своими рачами. Для чего он бежит раньше апгрейдов, почему он их не дожидается, почему он палит свой измененный стиль вот так вот нагло и дерзко. Хотя, конечно, по двум эволюшенам и роучварина в стенке тоже было. Ну, понятно, что, возможно, это будут рачи. Но только сейчас Касс об этом узнает, по факту. Но догадался, судя по всему, он раньше. Все, зачем ты спалил роучи, чувак? Отступай. Грейт на атаку доделывается. Толку от того, что Минато показал, что у него куча роучей. Да, он понес это с вами голову. Ой, жесть. Вся грусть в том, что он пропустил момент, когда третья база здесь ставилась. И ладно бы он сделал закопку с передвижением и попробовал бы как Блай немножко, ну, удивить противника этим стилем. Ведь просто заказав рачей вместо лингов с бейнов, это не изменение стиля. Это, грубо говоря, просто изменение юнитов. Но вот именно передвижение под землей и закопка сейчас дали бы просто жару. У Касса ни одной туретки. Минус бонгер. КСМов можно, естественно, отвести подальше. Пехота сейчас внезапно реагирует. Очень классная позиция у танка. КСМ опять все сейвится. Пехоты очень много у Касса. Настолько много, что они всех рачей в хламину разрывают. Одновременно с этим маленькая группа подбежала к танкам со спины, когда пехоты уже не осталось около них. Но такое двоякое немного чувство. А кто реально больше потерял в этой игре? Теран, 16 рабов. Или зерг, потеряв весь свой боевой лимит. Он, конечно же, может его сейчас восстановить. Даже если доживет до грейдов 2-2, у него шансы появятся. Причем, кстати, окошко тайминговое будет шикарное. 90 секунд разница, это 1,5 минуты. Учитывая 1,5 минуты, можно за счет апгрейдов неплохо отбиться. У рачей будет 3 грейда на броню. Морпехи вообще с трудом их будут пробивать. А мародеры тем более, потому что с каждой атаки будет снижаться по 3 урона. Уроки фронт-роучей. Касс. Ну, блин, ну без единого танка.
Без единого мародера, чистыми мариками. Сейчас еще у Зерга и Грейда будут получше. Появились равагеры. Ну танчики, где же танчики, где же... Блин, два завода с лабораторией. Танки не делаются. Практически трехбазовая экономика. Но неужели нет денег на танки? Вот зачем Грейд на атаку танком, когда танков нет? Вот, заказан второй. Первый. Второй. Ну, может быть, даже, кстати, это была ошибка того, что Касс вышел в третью базу сюда. Ему задержали, конечно, базу справа Оверлордом, он вышел в эту область. Но, грубо говоря, Зерг пробежал просто мимо него. И Касс даже не заметил, что весь лимит Зерга оказался вот здесь. Но не так уж и сложно, на самом деле, контролить свою собственную зоунагу. Причем, ну, времени сейчас на это, конечно же, нет. И у Мината уже получается 180 лимита на 103. Притом потери у Зерга абсолютно такие же, как у Терна. Абсолютно. Три танка, но пехоты просто мало. Нет, Касс проигрывает эту игру. Удивительно, что он не подстроился под этот стиль и позволил себя расшатать. ГГ, пишет Касс. Я честно очень сильно удивлен. Вся армия Касса стояла здесь. Зерг просто спокойненько по своему крипу доходит. Заходит в экономику, убивает кучу рабов. Дотеканием дерется с танками, которые остались без прикрытия. Ну, буквально 10 рачей, убили здесь 3 танка, по-моему. Здесь Терн тоже теряет 16 рабов. И после этого Зерг просто не отпускает палец от кнопки СР. Касс просто не контролил зоунагу. Он допустил... Даже с таким сильным лимитом, с такой ДПСной пехотой, с абсолютно равными апгрейдами... Его просто расшатали. Не хочу прием. Причем первой же атакой. Не хочу прием. Спасибо, мизантроп. Так, и Бельфигор тоже тебе спасибо большущее. Напомню, за 100 рублей вы получаете премиум в подарок. Акция работает всегда. А еще у нас недавно была акция «Купи прем, получи 2». Было бы здорово. Но их сейчас практически нету. Их мало. Фига народу в чате. Ребят, спасибо большое, что пришли последить за игроками. За турниром, прежде всего. И у нас следующая карта кактус. Кактус. Так, следующий матч. Так, матч за попадание в сетку озеров все-таки, да. Победитель играет против Димаги. Так, рейди. Я братка не взял в игру. Паш, ты в игре? Да. А, клево, спасибо. Только сейчас заметил. Браток в эфире, дамы и господа. Всем привет. Слушай, что с Кассом в прошлой игре произошло? Объясни, может быть, я чего-то не понимаю. Касс играл, во-первых, против экономического билда, то есть он думал, что Мината будет играть макро, а Мината делал all-in с трех баз. То есть у него экономика, он даже четвертую базу не пытался ставить, а Касс поэтому... Ну и то, что забегание, конечно, это было очень неожиданно для Касса. То есть он думал, что будет атака на третью базу. Он к этому готовился, а вот это забегание, оно очень сильно его... То есть по танкам он очень сильно просел. Но и опять же, он думал, что играет против экономики, а вот когда так улынет, это очень сложно прочитать. И, ну, в общем, у Касса из-за этого было проседание большое по армии. А как и когда он понял, что это игра в экономику?
Просто это очень тонкие ваши... Когда третью базу сначала увел, то есть сначала он рассчитывал, что все, Зарк будет играть дальше в третью базу. То есть, когда у него первые роучи прибежали довольно-таки рано к натурал-кассу и ничего не сделали, не убили, да? То есть, ну, как бы... И он рассчитывал, что... Миша рассчитывал на то, что Минато перейдет как бы в макро, потому что увидел, что есть танки, что в лоб пробить вряд ли получится, а вот Минато рискнул и грамотно это реализовал. Ну и Миша, конечно, еще экспант. Этот экспант, который вот у Миши стоит, он хорош против зергов, опять же, которые пассивно играют. А если агрессивно, то там более широкий проход, и получается тяжелее защищаться. То есть я был прав, что нужно было справа базу ставить? Да, да. То есть если играть как раз-таки против этого, то да. Ну а если Миша сам, если бы вот Минат играл в экономику, четвертую базу, то Миша было бы лучше как раз-таки, где он убрал. То есть ему было бы проще защищать, потому что у него сразу дотекание близко, там бункер рабочий. То есть в таком духе. Ну вот... Минато грамотно сыграл и GG. Серьезно. Мысль. Ну, грубо говоря, Зерк просто мимо него прошел. Пехота ушла в одну сторону, танки остались. И танки отъехали все на дотекание. Да, просто практически. Ну, там, да, потому что это особенность карты. Там сложно защищать сразу все проходы, контролировать. И, то есть, Минато грамотно развел, очень грамотно. Ну вот если бы Миша бы забрал танки и убрал рабочую, то тогда, конечно, у Миши было бы преимущество. А так получается, Минато достиг своей цели. То есть как раз таки, когда нет крит-массы танков, Терну тяжело воевать. Особенно против зерга, который лынет. Вот, поэтому... Ну, в общем, Минато молоток. Поэтому счет 2-1 в его пользу. Кас, кстати, угадывает с разведкой рипером сразу, с первого раза. Да, это полезно для такой огромной карты сразу найти противника. И Миша халявит сразу третьей командой центр, то есть играет в макро. Забрал дроны вообще красиво, и еще и спас. Хорош, да. Вот это грамотно. Я думал, отдаст. Но не увидел ничего. Вообще ничего. А что он мог увидеть? Не, это сейчас ему да, то есть ему сейчас самое первое, это посмотреть, если какие-то, может быть, быстрые газилки. Ох, блин, вот это, конечно, неприятно сейчас было со стороны касса. А так его основная цель, это сколько лингов, выезжать из зерк занимать какую-то быструю третью локацию или нет. И строить ли маслингу. Или может быть каких-то быстрых роучей из двух баз. Такое тоже бывает. То есть такие микро-моменты. Да? А потом основной, конечно, момент посмотреть, вот если есть третья база, нет. Если нет третья база, то желательно увидеть, какие технологии играет зерк. То есть там лейер какой-то, или может быть какая-то проксиночка. Хотя такое, конечно, редкость, но все равно. Вот. Но Минато играет. Вот у Минато сейчас развязаны руки, и. Ну, Миша уже ничего особо изменить в своем билде не может. Так что он играет, получается, как ты планировал. Слушай, а вот от него игра была одна в 40... От тебя, по-моему, в 40C да. На этом... На Honor Grounds. Да. Давненько такого не видел. Расскажи пока, ну, быстренько. Завтыкался ресурсами. В смысле? Ну, зашли вообще шикарно. Просто шикарно. Это... Ну, я там контролил, что-то где-то заказывал. И у меня... Я, знаешь, у меня еще вот с игры с Димой были как... Но я планировал играть все игры в био. И, ну, пришлось перестраиваться уже по ходу матча. И вот перестроился в механику, я поздно заказал 3-4 газ. И у меня из этого было много минералов, мало газа. То есть я должен был там заказать фэктори, а много фэктори не могу, потому что газа не хватает. Ну и что? Значит, 2 командных центра. То есть 3-й командный центр нормально, ну а 4-й так. Вообще хорошо. Ну, сработало вообще шикарно. Я удивился сильно. Думаю, оп, ничего себе билды. Вообще, конечно, всем надо говорить, это задумка, ребята. Шикарно продуманный план. Ну, для такой карты почему бы и нет. Ну да, особенно для кросс-респов. Это самый лучший, наверное, вариант даже. Он, кстати, это... Насчет грибов-то на этой карте, вот, сори, что не по игре, мы сейчас комментим. Банчар, кстати, от касса, он пытается похарасить. Ну, не знаю, правда, нужна ли она, слишком легко она контрится. Современными зергами, как Минато и Димага. Мне кажется, не против таких зергов надо баншу играть. Он, наверное, просто баншу делает именно как контроль к тому, чтобы его пошли сейчас, опять же, роучи какие-то. То есть он, видишь, Минато начинает его удивлять, то есть и Миша, соответственно... Ну, поэтому ему приходится вот готовиться по-разному, к разным пушам. И вот один из таких вариантов — это какие-то роучи, реведжеры. И тем более он потерял рипера. То есть он вообще не знал, что именно играет оппонент. И поэтому банша такой, как сейф вариант. Ну, кстати, банша все равно неплохо заходит, то есть скорок еще пока нет. Хотя сейчас, конечно, есть много королев. Но в целом банша вот напрягает. Так если сейчас. Ну, главное, чтобы Миша сохранил только свою баншу, потому что прямо над туреткой, ну. Успевает сохранить.
Потому что это очень важно сейчас, конечно, юнит на такой большой карте. Здесь как раз зергу напрягать всякие там, например, крип-туморы убивать, это очень круто. То есть в поздней стадии зергу тяжело там королевам с одного направления на другое ползать. Тем более там четвертую базу можно поднапрягать баншами, то есть это такая интересная тема. В целом, рабочий вариант, очень даже рабочий. Кстати, на этих респах зергу, я так понимаю, довольно сложно разведать. А Майк патрулирует у кассы очень грамотно от этого. Да, от оверлорда. Ну, то есть, да, либо скорость оверлордом, либо от крайне силы. Редко вижу против тиранов. Ну, кстати, странно, я не знаю, почему-то многие вот сейчас зарги как-то наоборот стали постоянно это использовать, потому что вообще скорость оверлордом полезная штука. Она, во-первых, делает разведку, во-вторых, добавляет еще вариантов для атаки зергу. Ну, там можно масс-дроп с королевами сделать, можно маленькие дропы лингов, можно дропы беллингов. То есть, на самом деле, вот когда в там в самом замесе, например, 4 беллинга натурал пролетит, это вообще жесть. Там, ну, корейцы не всегда тоже замечают. То есть тяжело, это тоже требует контроля, и зергу через шифт, например, отправил, ты уже чувствуешь себя как бы офигенно. То есть это очень, очень хорошая тема. Да, согласен. Ну, не знаю, почему они их не применяют. Да, врачи, резкий свитч врачей, о которых... Вот смотри, что сейчас Каз знает конкретно? Что почти то же самое, что лучи есть, да, что есть эволюшены двойные. Про отсутствие газов некоторых ему сейчас знать, в принципе, даже и не обязательно. Хотя было бы неплохо. Кстати, странно, мы ни в одной игре Линга в гидру не увидели от Мината вот за сегодня. А видишь, он поменял стиль, немного поменял. То есть он же тоже сделал как бы вывод. Он понимает, что Каз тоже к нему будет подстраиваться и меняет свой стиль как бы очень сильно. Ну, как, по крайней мере, вот у него, знаешь, вот вообще Минат это макроигрок, который редко какие-то чизы делает. Они вот с Димагом в этом плане немного похожи. Вот, но Минато здесь вот почувствовал, что роучи как бы могут работать, вот эти всякие разводы. И, кстати, вот сейчас проблема для Каса, что Кас не видел, что поздно четвертая локация, и он может сделать, попытаться сделать выход раньше времени, но его как раз-таки масс-роучи просто могут и ну, как бы сожрать, потому что реально роучи очень много. А правильно ли он сделал, что он поставил базу здесь, в этих респах? Да, а здесь по-другому тяжело очень, то есть все-таки, да, здесь нормально, нормально. То есть хотя, это, ну, третью базу нормально защищать, там просто получается, если ты наверху будешь брать, тебе будет тяжелее крип чистить. То есть здесь как бы позиция, здесь же еще можно сенсорку, например, поставить там туретки, и у тебя как уже такой плацдарм для отступления есть довольно-таки хороший. Вот Миша как услышал вообще. Может он слушает наш стрим, а? Наверное. Нет, ну, в общем, у Миши сейчас основная цель... О, там пошел на лом. Чистые врачи под тремя танками. Собаки очень грамотно на танки сейчас забежали со спины и приняли на себя дамаг. Хватит ли пехоты, чтобы отбиться, я не уверен. Миша должна хватать. Ну, КСМ сразу такие заставили, типа, иди отсюда. Но он танки все убил, кстати. Ну, там нет, там, подожди, там еще два танка. Так еще самое главное, что Миша сейчас вот двойной дроп. А, на хайграунде второй, да. К четвертой базе. И Минато такой стиль играет через роучи, ему тяжело отбиваться от этих дропов. Очень тяжело. То есть Миша сейчас постепенно просто копит 200 ремита, 2-2 грейды, и потом делает большой выход под натурал. То есть вот эти два дропа, они должны просто держать зерга в напряжении, там, по возможности чистить крип. Вот. Ну, то есть можно еще, например, два дропа отправить, когда следующий будет, чтобы тоже, опять же, почистить крип в центре, потому что Минато, конечно, очень круто его распространяет. Но в целом все равно, если Миша накопит 200 ремита, много пехоты, немного танков, и у Минато будет просто очень большие проблемы, потому что у него нет других технологий, нет инфестеров, нет хайва. То есть он как вот все завис на этих технологиях, так и будет до конца играть. Только если, конечно, вот Минато пробьет каким-то образом, там, или контратаку какую-то крутую сделает, тогда игра может перевернуться. А так, я считаю, что здесь уже вот 80%, что победит Каз. То есть у него все в руках. Хорошее избегание. Драчи стоят черти где. Учитывая, что карта хорошо контролится криптумром, ну, в целом вообще у зерга, мне кажется, ему сейчас надо несколько поделить лимит, если он пытается дождаться каких-то инфесторов или реведжеров, или денег, которые накопятся. Но он очень сильно теряет. Ну да, мне кажется, просто Минато вынужденно дожидается. То есть он-то думал, что как раз-таки Каз будет делать раньше выход, а Каз Но у него делает. Карта и так вся светится на крипе, он же быстро может добежать. Да. Просто самая дальняя база, она тяжело защищаемая, поэтому надо здесь что-то поставить. Хоть десяток рачей, хоть пятерку. Сбегание лингов. Да, вот сейчас Каз, если окопается здесь грамотно танками, если не пойдет с вами голову на перекресток или вообще раньше зерга займет позицию сверху, ой-ой-ой. Не, ну, Каз здесь минус рачи. Вообще никак зергу не убить этого. Шаг вперед под танки, все, сразу смерть.
Только со спины, если лингами со спины. ГГ. Как-то слишком изи. 2-2. Если я не запутался. Да-да-да, все верно, 2-2. А на что зерк надеялся-то, строй рачей 10 минут? Без атаки. Продавить раньше времени. То есть это работает против тернов, которые играют через минки. То есть, ну так как Кас, получается, был готов, то есть он видел Роуч Вариан раньше времени, то есть он сразу начал танки, производство танков, и, ну, Минато надо было менять, соответственно, свой стиль. Но у него был план, он пытался, ну, придерживался, пытался дойти, но вот не получилось. Кас грамотно защищался, очень грамотно. То есть вот если бы Минато добавил инфесторов раньше времени, но там бы, опять же, это была бы совершенно другая стратегия, потому что Минато пришлось бы раньше четвертую байт, пятый, шестой газ раньше ставить, а у него вот такая вот маленькая экономика плохая, но при этом большая армия. Но вот Терн, когда стоит в грамотной позиции с подготовленными танками, то это, конечно, очень сложно пробить. Может, ему надо было all-in делать, такой же какой-то? А здесь сложнее, потому что третья база находится ближе. То есть это как раз-таки разница Белшира, то есть она там, третья база на расстоянии находится, получается тиран расплечен. А здесь вот, ну, на кактусе можно третью базу так занимать, что вся армия довольно-таки в одном кучке стоит, там танки еще сверху прикрывают, поэтому нормально, нормально. То есть может быть какой-то вариант только если кто-то с Нидусом, например, да, там пробовать. Хотя мало кто из зергов вообще использует Нидусы на средней стадии. Там либо на начальной стадии, либо уже на самой-самой поздней. Но на самом деле в такой ситуации Роуч Нидус может зарешать. Нидус, в смысле именно спланированный или алын с Нидусом? Ну, короче, с большим количеством Роучи на больших лимитах. С большим количеством Роучи, да, то есть поставить. То есть там не ранний алын там с 10. Не-не-не-не-не. Я имею в виду, что такой же более поздний, просто когда понял, что Тера накопался и никуда не выходит. То как вариант попробовать. Uh-huh. Ну, потому что расплитить. То есть, когда Терн стоит в одной куче с танками, с пехотой, без инфесторов, пробить это очень сложно. То есть, вот, это работает, когда Терн играл, опять же, в минки, когда у него где-то там армия немного расплечена, тогда это можно пройти и там пробить. А так очень маловероятно. Поэтому, ну, вот как раз-таки Нидус, он это и делает, потому что Терн не знает, какое количество там в Нидусе сидит, и он вынужден какую-то пехоту обратно откидывать, там, или танки. Вот. Ну, это, соответственно, уже зависит от разведки зерга. То есть, если зерг видит, что Терн мало игра в группу выделил, то есть, ну, там, конечно, такие нюансы, тоже на везение зависит, но все равно можно пробить, в общем. Единственный вот этот перекресток на прошлой карте, такой, ну, скажем так, Тирану там легко танки ставить. Чуть дальше от этого перекрестка, то есть, на хайграунде, внизу, за минералами, то есть, дойти до танков Тизергу там очень сложно. Ну, в оп. Да. Очень сложно. Минато еще, кстати, как-то так экстренно нападал. У него там с другой стороны ничего особо не нападало. То есть, ну, у него не хватало роуча, было видно. То есть, как-то у него было их мало. Ну да, потому что с того направления тоже, это, конечно, ошибка. Да. Ну, а чем он мотивировался? Вот он, вот зерк идет рачами. Он знает, что там пехота с танками. Там ее много. Он понимает, что рачи как бы могут с этим конкурировать, но не пропуская больше 2-3 залпов танков. Что-то же мотивировало его дальше идти. Но он попытался просто использовать свой тайминг, то есть как бы он посчитал, что у него достаточно армии. Потому что вообще вот в той ситуации, опять же, да, он играл, Минато играл без 4-й базы очень долгое время и без 5-6 газа. То есть у него как бы была такая именно вот, ну, это как раш, например, лингами там, или, не знаю, масмариками, когда у тебя нет особой технологии, а вот много юнитов. И просто если ты их не используешь, то ты, получается, сам себя зарыл. Потому что в будущем они со временем хуже. То есть у Терна копятся танки, копятся пехоты, которые контрят этих роучей довольно-таки хорошо. А у зерга перспектив больше и нет. То есть, ну, немного больше роучей станет, и все. А дропы-то в это время разводят, они не дают поставить 4-ю базу, там крип зачищают. Ну, в общем, сложные такие моменты. Поэтому, видимо, Минато вот решил, что попытаться, а вось прокатит. Наверное. Вот только ты мне позвонил, я забыл про захват. Постоянно, вот как только с кем-то разговариваю, я забываю об очевидных вещах. Ага, нормально. Думал, только у меня такая тема. Это нет, это у всех.
Раньше плагин замечательный был, который сам это все делал. Потом близы изменили экзешник Старкрафта, и он перестал работать. О, а новую версию так и не сделали. И это сложно было сделать. Мишу грамотно рипером вообще здесь все разведал, похарасил еще, понапрягал очень сильно Мината. То есть увидел, что газ Зарк не собирает. Миша как раз таки третий ЦЦ, то есть вообще все шикарно. Королевы у Мината на третьей базе, то есть вторую базу, ну точнее в кармане ему сейчас базу тоже не так легко поставить без мува лингом. Вот, и, конечно, получается, что по билдордеру пока преимущество есть у Миши. Так, он сейчас забыл рабов на газ отправить? А то ему не хватит денег на то, чтобы сделать баншу. Да, немного. Практически. А, вот все, отправил. Ну, три командных центра — это отличный выбор, кстати, то, что он их очень быстро займет, пока будет... Вот смотри, Минат разведывает. Если еще бы овера вот не отдал, было бы круто. Он же все увидел. Зачем так далеко лететь? Враг слабый, все, дальше-то зачем лететь? Что ты еще там можешь увидеть? Какие там дальше здания есть? То есть есть старпорт или нет? Там... Ну, конечно же, есть, а как без него-то? Если завод уже с реактором, почему может не быть? На самом деле просто сейчас же есть такая тема, как раз часто играют, когда. То есть ты показываешь Заргу, что у тебя в Factory есть барак с Т-клабом, а старпорт вообще не ставится, то есть на нем экономится. И получается, Зарг там, если играет без скорости оверлорда, он как раз таки вынужден ставить там спорки какие-то, думать о дропах. А у тебя, как у тирана, просто хорошо раскачанное, то есть довольно-таки ранний продакшн, и при этом три базы. Так что, то есть, тоже как вариант такой. Может быть, что и без старпорта Тиран играет. Отказался Минато от роучей. Такое ощущение, что у него не очень много практики в этих рачей. Ну, он достаточно часто играл всегда через лингов бейнов. Ну, с чем-то уже там в добавлении. Либо сразу к ультралам, либо как к чему-то. Ой, слушай, пока не забыл. Извини, что расспрашиваю. На ньюкирке с Димагой. Твое мнение касательно концовки ничьей. Первой игры? Да-да-да. А, ну я считаю, что я там должен был гастов добавлять. То есть, нет, вообще конец. А, вообще конец, ты имеешь в виду, что когда мы ничьяли, что? Почему не дрались? А потому что нам неудобно нападать. У меня, получается, постоянно энергии не хватает. Мне тяжело наваливаться на его королев. Ты же все равно под пунитаркой стоишь и ждешь. Ты же можешь дождаться маны и... Ну, чисто в теории там просто такой вариант, что мне же потом тоже надо будет идти атаковать. То есть, и он, то есть, получается, у него есть спорки, много королев довольно-таки, и мне часть энергии придется по-любому тратить на дефенс дронов. И, ну, фиг знает, там очень большой вопрос, на самом деле, как бы это 8 районов, по-моему, было, или 6. Ну, мне кажется, просто вот кто-то нападает, тот в невыгодной ситуации, то есть в невыгодном положении. И, ну, то есть, я не хотел нападать, потому что, то есть, я могу копить энергию, да, Дима. У него было только 11 квин, и все. Ну там у него еще просто были вайперы, был один инфестор еще остался, там ультрал один был тоже, который неприятно мне был. Да, в общем, я говорю, если бы я построил перед последним, там на последний газ, хотя бы 2-3 гаста, то я бы победил. Но я завтыкал и, соответственно... Ну дикая игра была, конечно. Да вообще жесть. Чат с ума сходил просто от этой игры. Да, для тех, кто пропустил игру, ребята, сегодня турнир начался с ничьей. Такого еще не было. Да-да-да. Ой. Причем реально вся карта выкачена. Вся карта, это же вообще же. У нас будет время, очень чатик просил попробовать переиграть финалку. Все хотят увидеть, что бы было. А, что сражение-то? Да, просто чисто интересно, что бы было, если бы. Ну, можно, да, там, глянуть. Будет время. Ладно, посмотрим. Асминато. Близкие матчи, близкая борьба очень. Да, да. Миша делает, причем, двойной дроп, Минато это сейчас увидит, но у него армия относительно далеко, Беринг еще пока без скорости. И вот при таких респах и расположении баз, пока добежишь морпехом или даже дропнешь, уже Зерк среагирует, естественно. Нычки-то здесь нету, бояться за нее не надо, здесь только крип. Это удобно. Грамотно, грамотно, очень грамотно делает Минато. Причем эту базу потом в будущем можно занимать. Нормально, нормально. Когда Караптер появится, или, например, Мута. Минато, кстати, сделал выводы. Ну, то есть сделал работу над ошибками. Он забегание делает не как, да, там часто всего масс-линги. Ну, вот группа лингов выделена, и она сразу вся забегает. Он всего лишь двух лингов отправлял на третью базу. Миша увидел, что там стоит пехота, стоят танки. И поэтому группу оставил пока. И спокойно ждет момента для забегания.
Ну так постепенно, уже хайв, уже хайв. Ну Миша вообще будет делать очень мощный пуш с танками. У него две фэктори, поэтому... Я даже знаю, в какой позиции он будет раскладываться. Там же, где и бейны сейчас стоят. Да, да. Одно направление просто для атаки. Еще там, если Либератор... Ну, вообще, очень мощная будет атака. И у Мината сейчас проблема, потому что вот он не разрушил, например, около его пятой базы, слева есть камни. То есть их надо разрушать обязательно зергом, хотя бы маленькая группа пьюлингов. Но это тоже тяжело, конечно, зергом найти время, не всегда хватает. А так просто потому, что если Терн занимает вот эту позицию, где золото, как раз где-то сказал, беринги были, то зергу очень долго оббегать. А Теран уже так близко подходит, что начинает пехоты пробегать на натурале, там за минералы, за газ. Ну, в общем, как бы агрит зерга. И тяжело, тяжело, конечно, зерга. Миша делает очень массированный дроп вообще на карман. Масс-масс пехота. Он может сейчас сделать выход, загрузиться и соединиться потом еще. Только не потерять бы всех мариков на... Нормально, неплохо. Да, да, нормально. Ну, вообще, конечно, здесь так сложно сказать, потому что он же, получается, крип подчистил, но здесь же крип не такой важный, чтобы прям его... То есть обычно же перед атакой какой-то крип чистишь, чтобы туда сделать атаку, а здесь, то есть как бы, ну, не знаю, все равно массовый дроп сейчас делать невыгодно, опять же, по земле сейчас все равно будет атака. Но то, что зато при этом Мината армию свою держит между мейном и натуралом, то есть он там, получается, не в позиции, а вот в это время Миша занимает хорошую позицию. Ну и Мината сейчас посмотрим. Мне кажется, что Мината не должен пробивать. Хотя у Мината есть грейды, преимущество по грейдам, есть первые ультралы. И у Миши нет еще грейдов. Пошел на лом. Даже до хитина. Ой, сколько танков было сейчас не в сиджи беллинге. Не в танке, в пехоту. Мината грамотно беллингами проконтроливает до мариков. Ни хрена себе. По-моему, они оба такого не ждали. Ну, как бы... Просто Минат вообще, получается, по таймингу протоковал очень шикарно. У него как раз были грейды, а у Миши только грейды 1-1, танки там не разложены. Даже танки без грейда были, даже. И не в Сиджи было 5 танков, он их перекладывал. ГГ. Ой, ой. Вот честно, не в обиду кассу, но он 2 игры вообще по глупости проиграл. Подожди, какой счет сейчас уже? 3-2 в пользу Мината. Лол, ТВТ. Я же говорю, зерги имба. Кстати, как у тебя с ТВТ? Я давно не смотрел. Ну, с Мишей будет интересно, там будет Mind Games. Поэтому... О, да. Ну, нормально. Я уже, честно, хочу ТВТ, я давно их не смотрел за этот турнир. Да, ну, слушай, BO7 это, конечно, это скорее тяжело. Всего, да, мы сейчас BO5 все-таки сделаем узоров. Потому что, ну, очень долгие игры, то есть по 2 часа на каждый матч. Это же интересно. Да, да, но выматывает. Тем более еще, и когда такие близкие игры, там... Ну, напряженка очень большая. Мината просит 3 минуты. Конечно. Без проблем, друзья. О, слушай. Хочешь в моей рекламной акции поучаствовать? Какой рекламной акции? Да все просто. Я же сотрудничаю с DX Racer компанией. По креслам просто ни разу не рассказывал все эти дни. Вот смотрите, ребята. Непредвзятый вопрос к прогеймеру. Паша, кресла удобные? Там. Не, честно, вот честно, вот чисто твой взгляд. Подожди, насколько удобно у них кресло? Ну, кресло, да, удобное. То есть, вот. Вот X-Racer, да, да. У тебя, кстати, не такое дома? Не, они дорогие, я смотрел, цены там вообще. Я еще пока не-не-не. То есть, они все-таки для меня дорого. То есть, может быть, в будущем еще куплю. А так они хорошие, да, безусловно. То есть, если ребята, если вам позволяют финансы, то покупайте. Это очень полезная штука и приятная. Про геймеры рекомендуют. Да, но, на самом деле, они, ну, гораздо удобнее, то есть это то же самое, там, когда клавиатура, если плохая клавиатура или хорошая клавиатура. На плохой клавиатуре ты там, например, максимум 5 действий сделаешь в минуту, и рука устанет, а на механике можешь там сотню, и рука чувствует себя вообще комфортно. То есть это очень сильно повышает уровень игры. То есть, тем более, вот в StarCraft, да вообще в любых делах, чем выше уровень, тем больше решают всякие мелочи, и эта мелочь тоже важна. Ребят, сотрудничаю с компанией DX Racer. Давно они уже продают профессиональные геймерские кресла. Если кто не в курсе, они используются абсолютно практически всеми стримерами на всех профессиональных турнирах. Сделаны они в таком автомобильном гоночном стиле и разных размеров, разной высоты, разной ширины, разных не материалов, а
Короче, для разной комплекции людей, в зависимости от того, насколько вы большой, маленький, там, высокий и так далее, здесь можно все подробно посмотреть. И если вдруг заинтересуетесь когда-либо покупкой, допустим, вот за последний месяц было 8 заказов оформлено. Кстати, рекорд на месяц, если переводить. Вот, если задумаетесь о покупке, на сайте dxracer.su /ZerkTV я уже показал, как можно использовать скидку по промокоду. Она, кстати, может быть больше. Если вы хотите, мы ее можно увеличить. Но для этого вам нужно связаться со мной. Желательно в скайпе или ВКонтакте, где в моей группе есть кнопка написать стримеру, написать сообщение. Но в скайпе гораздо проще. А сколько, подожди, еще раз ты можешь сделать скидку? О, неплохо, неплохо. Это на будущее такие разговоры, знаешь, такой. Ну, скидка может меняться по-разному. Она может быть 2%, может быть 10%, может быть вообще 15%. Нифига себе. Сотрудникам там вообще могут, наверное, чуть ли не 20-30% скидку на них делать. Надо будет потом поговорить на этот счет. О, неплохо. Интересная тема делает пината. Ну-ка, без газа? О, 12-й пул! 12-й пул с Тираном, серьезно? Ну тут вообще на самом деле работает, вот, ну ладно, я не буду советовать. Ну а ну, как это с Тираном может работать? Ну объясни. Отмена ЦЦ? Не-не-не, но здесь вот это как раз-таки хорошая тема, что Минато сейчас, конечно, играет не с одной базы Роуч и Ревелеров, а с двух баз. То есть он сначала сделает пул, потом поставит хату, потом сделает небольшое количество рингов, и, точнее, он, получается, сейчас уже сразу рингов закажет. А потом, соответственно, должен переходить в Роучи. То есть вот эти линги, они просто... Миша играет без разведки. Хотя нет, подождите, очень быстро Роуч-Ревелер. Вау. Нифига себе. Это... Подождите, он же дронов заказывал, и мне кажется, он много дронов кого-то заказывал. Нет, у него 11 дронов, 12. Он сделал 12-й пул, ага. Заказал пару мне дронов, вообще, сделал да, газ. Очень жестко. Это очень жестко, потому что... А Миша, получается, сейчас играет без разведки. То есть он вообще против зергов не делает разведку, и это проблема. Хотя вот было бы пару лингов, было бы проблемнее, наверное. Но зато пару лингов, и где-то там раньше надо верлорда, я помню, Дима рассказывал, надо заказывать там свой геморрой. Но все равно это сложно, очень сложно. Ой-ой-ой, потому что вообще, вот как бы, если заметил, что есть роучи реведжеры, то даже на рампе тяжело отбиться. То есть когда даже ЦЦшку на мейне ставишь, потому что роучи с реведжерами они постепенно подходят, и оверлорд подсвечивает, постоянно кидаются байлы. Там, если хорошо, если бункер еще стоит, а у Миши же, может быть, даже и бункера сейчас не будет. Посмотрим, какая у него будет реакция, потому что как у него полетит рипер. Но рипер, конечно, летит сразу. А хоть раз кто-то разведывал КСМ-кой? Мы с ним вчера обсуждали, что вот постоянно все терны разведывают КСМ-кой, там ты, Люцифер, а сам он не пропагандирует такое. И говорит, типа, не знаю, зачем они это делают. А вот зачем, ребята, вот зачем. Да. Да. То есть это, да, это я постоянно говорил, что это такая получается халява. То есть когда у корейцев тоже есть такая тема, что они, получается, не готовятся к однобазовым алынам. Потому что вот если, например, роучи с одной базы, линга беллинги с одной базы, и вот при таком билде без разведки, это, ну, очень сложно отбить. Я не знаю, сейчас, может быть, Миша какой-то сверх микро покажет рабочими, но по билдуртуру он сейчас проигрывает. Очень поздно, закон заказывает. Даже факторкой отлетел подальше. Стоило ли сейчас терять драгоценные 2-3 секунды? А ой, ЦЦ, я не доделался, господи. Он а что делать? Просто взлетел, потому что он собирался на реактор, чтобы по стандарту перелетать. Не, ну он чуть дальше отлетел, он же мог сразу рядом сесть. А, ну да, ну не так, потерял бы. Просто чтобы Роуч и Реведжер, да, немного так сохранить энергию. О, то есть, ну, сохранить фэктори. Но сейчас, кстати, получается, Минато не делает реведжеров новых, а два реведжера это не так много. И вот, кстати, сейчас, если рабочими окружит, Каз. Минерал Волк нужен срочно. Да, Каз делает грамотный ход, он запирает равагеров, но теряет очень ценного юнита, который ДПСил все это время. Ну, видно, что у Минато на самом деле опыта не так много здесь, просто смысл этого пуша вообще не в том, чтобы поубивать там тирана сразу, а просто вот а убить, конечно. С рампы постоянно отстреливаетесь байлами, добавляйте новых реведжеров, просто у вас крит-массы больше накапливается, чем у тирана. Да. И тирану как бы тяжело, хотя здесь все равно, конечно, что-то как-то совсем печально у Каса сейчас лоу. Ой, опасно, ой, напряженка. КСМ-ки уже вряд ли что-то смогут с двумя рачами, двумя реведжерами сделать. Сейчас выйдет один циклон, но я не думаю, что он это убьет. ГГ, вы представляете? Каз проигрывает Минато, ребята. 4-2. 4-2. Ну, ТВТ. Из ЗВЗ. Это же просто блестяще.
Ну, ну отчасти да. 4-2, да? Да. Да, 4-2. Угу. Ну ладно. Тут этот, ну ладно, смотри, мы сейчас сделаем тогда два матча одновременно. Минато Димага ЗВЗ. Сейчас. Минато Димага ЗВЗ, финал виннеров и сетка лузеров у нас за вылет с турнира Браток против Каса. Ты готов, Паш? Да, да. Так подожди, то есть сразу одновременно? И... Да, мы одновременно сделаем, потому что мы так затянем очень жестко. Сейчас я напишу в бнете. Сейчас один момент. Давай тебе удачи тогда, морально подготавливайся. Не буду тебя отвлекать. Давай. Кейл. Найс. Так, сейчас на мне очень ответственное решение. Мне нужно принять решение, какое БО сделать. ВЗ, БО7 не будут играться супер долго. Все-таки лузеров, конечно, матчи на вылет с турнира. Ох, Кас не разведал, конечно, в последней игре. Это фейл с его стороны был. Ох, фейл.